Всем привет! Никогда не думала, что я начну есть кукурузу в горячем вот таком вот виде. Потому что как-то в России я привыкла, что мы прямо банку открывали из холодильника и точили эту всю банку просто так, ложкой. А муж у меня очень любит такую вот кукурузу, он еще ее так размельчает как-то каким-то там, не знаю, образом, или разваривает, и кладет туда кусочек масла, а немножко соли, там, не знаю, специи уже по вкусу, и очень такой классный вкус получается, вот, поэтому, видимо, я... Не знаю. Я первое время, как бы некоторое время назад еще не могла есть, думала, фу, на вкус действительно как-то странно было. А сейчас вот сама иду и даже себе немножко делаю перекус. Так что, да, сегодня у меня, какое у нас сегодня, 12 число, января, 12 января. У вас, что, у вас старый Новый год, наверное, да, в России, всех поздравляю. У нас... воскресенье, 12-е, то есть я ничего не делаю, особенно сижу, смотрю видео, пью чай и попозже начну делать плов. Так что вот, как-то так. Просто хотела вам всем сказать привет. Морковка! Решила, в общем, поэкспериментировать, никогда плов не делала в своей жизни. А может, нет, точно не делала, сама точно не делала. Вот, и... Да, нашла вчера, пока все убирала, мыло вот этот казан. И думаю, почему бы его не использовать. Так что посмотрим, в общем, что получится из этого. Ну и, в общем-то, вот что-то в этом роде получилось. На вид вроде ничего. А попробуем, сейчас приедет муж и скажет, как ему нравится или нет. Вау, я не знаю, вам не передать это. Сейчас, наверное, улицу плюс 8, плюс 10, может быть. В общем, так тепло. Да, мы сейчас поехали. Поедем, вернее, к стоматологу. Я буду читать такую книжку, пока буду его ждать. Hi, honey, baby. Hey, Bisha, baby, and everyone else. Да, всем привет, доброе утро. Ну как доброе утро, у нас 11 часов, по-моему, вечера, вернее, утро. Вот, так что поехали. Блин, у меня грязная линза. А? Finally, it feels like something. I know, it feels really warm. Смотрите, какое небо голубое. Вот как-то так выглядит салон, вернее, не салон, а наш кабинет стоматологический. Вот. Телевизор. В общем, это такой предбанник. И вон там. И нейл где-то. Вот, я сижу, читаю. Мой комикс. Смотрите, все грязно. It's melting. Hope it goes away. Snow. Yeah. Oh, so what? What are we doing now? So куда мы сейчас пойдем? Huh? What are we doing now? I don't know. Do you want some Chinese food or do you want to go? Well, we're near the mall. Do you want to go to the mall? Okay. Is this still recording? Huh? Are we in Detroit? Yes, we are in Detroit. This is Detroit. On Grand River. Okay. Смотри, какая люстра в машине. This is right around the South Carolina.
грязная машина. Gosh, we gotta wash this. All right. Все, поехали в магазин. Мы в магазине, мы в магазине. Вот такой вот еще один торговый центр. Попробуем что-нибудь интересное найти. Oh, we didn't go to the whole first floor. First floor. She okay? Grace is in that one. Well, that one. What are we here? Oh, no, there's more. Victoria's Secrets. It's the mall over by the mall in Troy, or the one we went to with Troy. Печенюшки. Yeah. Это все, это торт сделан из печенья. Большая печенька. Beats $200. And they brought... Смотри, такие красивые. We have to wash that. Huh? Yeah, we do. Oh, Captain America. This is Captain America. No, y'all call him. Wow, what is this? Y'all don't call him Captain America. Give him the right name. The what is that? Oh, first Avenger. Yeah, first Avenger. Yeah, that's what y'all call him. Look at these. Oh, Power Ranger. Или там стена с этими, с диснеевскими героями. И Супермен, Бэтмен и девушка. Это Роди, да, это Роди. Локи. Invisible. Билбо Гарден. Невидимый Билбо. Almost didn't see it. Adventure time. Minecraft. My baby. Oh, L. Who? Have you seen the Death Note? No. It's a good movie. I think it's Korean. It's a good movie. I thought you don't like those type of movies. Oh, baby. Yeah, I know. Flash. Take it for Blocky, Grumpy Kitty. Можно найти вот здесь то, что вам нужно найти. Я что-то сломала. Саундтреки ко всяким штуковинам. Смотрите, какие наушники. Как акула сделаны. Marvel. Всякие пирсинги. Wonder Woman! Uggs! Oh, those are cute. Смотрите. Уги с Wonder Woman. Здесь всякие леггинсы. Всякие леггинсы со звездными войнами. Футболки. Опять музыка орёт. Труселя всякие. Смотрите, вот здесь диснеевские леггинсы. Вот там Жасмин, Аладдин. Всякие диснеевские герои. Здесь Симба и Нала. I want these leggings. Всякие клевые. Where? Oh yeah, so last one. Cinderella. Наши всякие вот такие вот Мерклин Мэнсон, Mortal Kombat. А чё, окей? Супер-мин.
Господи, those hats. В общем, что-то конец. Всякие вот такие вот футболки клевые. Всякие вот такие вот разные футболищи. Здесь всякие джинсовые. Hello Kitty. Шапка. Джинсы. В общем, вот такой вот панк-рокерский магазин. Скал? Скал. Вот такой красивый кинотеатр. Кинотеатр. It's movie theater. Сзади нас, позади нас кинотеатр. It means кино, it's a movie, and театр, it's theater. How do you say film? Film? Кино? Oh. Film like what? Film that we use like in the camera? No, film for like a movie film. Кино? Фильм? Oh, that's the word I saw. Okay. Да. В общем... Oh, я не помню, я... We showed you that. In the summer... Летом мы вам показали, помните, строились для студентов... Для студентов... Университета Мичигана строились общежития, вот, и они вот там построены, и там уже вся парковка забита полностью людьми, да, вот этот центр, из которого мы вышли, небо голубое, хай, пойдемте. Смотрите, какой симпатичный отель. It says Paler Plaza or something. Да, вот такой вот красотища. Мы сейчас... What is this city? Dearborn. Мы сейчас в городе под названием Dearborn. This is that city where that girl got into that car accident. And she went on that guy porch and he killed her. Да, в этом городе, кстати, когда, наверное, не знаю, может, месяц назад произошло, представляете, девушка, короче, одна. Ей, по-моему, было 19 лет, то есть студентка. И... What she is doing? I don't know exactly. I know she went out partying and she was drunk. Да, and она, короче, была на вечеринке. И затем, уже где-то было часа 2 ночи, то есть вечеринка закончилась, она пошла, поехала домой. Ну, конечно же, она выпила, видимо, на этой вечеринке. И... попала как бы в аварию небольшую, но, ну, видимо, немножко ударилась. И она остановилась, ну, получается, машина не едет дальше. Она вышла из машины и хотела постучать. В общем, дошла до какого-то дома ближайшего, видимо. Постучалась в дверь, чтобы ей открыли, помогли. То есть она там говорила, ну, как бы громко, да, видимо, кричала, типа, помогите, помогите, на помощь, не знаю. Вот. И этот чувак выходит. What did he do? Waited for the girl, like she knocked on the door, was like, hey, I need help, I need help. He didn't come, I don't know if he said anything to her, but I know he waited till she was turned around and she was leaving the porch. Oh, yeah, yeah, да, короче. And then he shot her in the head with a shotgun. Она стучалась в дверь, он, видимо, ей не открывал, на, ну, как бы, то есть он ее слышал, как по-любому, то есть там все